Миномет! У минометов бойцы Новочеркасского соединения артиллерии и штатные вычислители оттачивают свое мастерство, производя точные расчеты. Нина! Сади! Стволе! Восстановить наводку! Расчет в укрытии! Мину готовь сразу! Второй готов! Второй! Миномет! Мощь сотрясает землю, но любая победа дается благодаря чуткому и профессиональному командованию. В этом и соревнуются офицеры, прибывшие со всего юга России. За последние два года, сколько я в войсках, как бы уровень поднялся, подготовки военнослужащих. И, в общем, несложно работать с подразделением. Командиры уже всех уже сориентировали, как работать. Вот. И, в принципе, таких как бы задержек у подразделений нет. Все идет в норме. Под артиллерии спасает кровь пехоты. Афоризм хорошо известен обоим родам войск. От их слаженной работы зависит исход всего сражения. Целью состязаний в первую очередь ставится это повышение и совершенствование выучки офицеров, артиллеристов, определение лучших, соответственно, обобщение опыта и последующее внедрение в войска. До окончания состязаний еще далеко, но фавориты уже замечены командованием. Победителям вручат ценные подарки и денежные премии. Следующие, еще более масштабные соревнования намечены на сентябрь. Владимир Савеленко, Сергей Зайцев. Главные новости.